Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en Configuración. Seleccionen Subtítulos. Elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Дежурный, мой муж не приходил. Он должен был поговорить со следователем. Не знаю. А могу я позвонить? Игорь Андреевич что-то решит? Позвоните. Ну так спросите Игоря Андреевича. Мне же не всю ночь здесь сидеть. И вообще, это может закончиться плохо для вас. Лёшка, будете шуметь и угрожать, получите еще за оскорбление полицейского при исполнении. Поздно уже. Поспите лучше. Доброе утро. Ты сегодня дома? Да, отпросилась с работы. Всю ночь не спала я. Из-за этой ситуации с Мариной все из головы у меня не выходит. Ну да. А я вот решила вещи Сережины перебрать. Но не верю я, Оль, что это Марина могла сделать. Не такая она, понимаешь? Да, резкая, сложная, но... Ну, никак. Сколько лет мы ее не видели? Мы же друг друга плохо знаем. Ну что, Марину выпустили уже? Нет. А ты Варю отвел в школу? Все нормально? Да, отвел. А что дядя Игорь говорит? А что дядя Игорь? Марина в полиции, под следствием. Ты реально думаешь, что Марина убила папу? А зачем она украла пистолет? Ты же все сам видел! Проходите, присаживайтесь. А где мой муж? Я не буду разговаривать без адвоката. Ну, я не знаю, что-то не спешит ваш адвокат. Обещал еще с самого утра приехать. Вот присаживайтесь, присаживайтесь. Я не буду разговаривать без адвоката. Заходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл Макаров. Александр Сергеевич, присаживайтесь. Очень приятно. Спасибо.
Извините, Ада. Ничего, ничего. Александр Сергеевич. Да. Мне очень нужна одна справочка. Причем довольно срочно. У вас в архивах должна храниться карточка моей жены, Марины Булатовой. Она состояла у вас на учете, лечилась в детстве несколько раз, и вот еще 8 лет назад. Может, у вас найдется успокоительное? Да, кажется, было. Сейчас. Марин, пока мы с вами одни, без адвокатов и свидетелей, я хочу вам честно сказать. Я, конечно, не верю в то, что вы убили своего отца. Может, воды? Нет. Но пока факты против вас. Да, и послезавтра вас уже переведут в СИЗО. Какой СИЗО? Неужели вы действительно думаете, что я могла убить своего отца? Да, у меня были с ним непростые взаимоотношения. Я вообще приехала помириться. Пистолет вы взяли тоже для того, чтобы помириться, да? Я не буду отвечать без адвоката. Марин, вы своим молчанием заставляете что-то выдумывать, подозревать вас еще больше. Но я же не заставляю вас ничего подписывать, камер нет. Я что, похож на того, кто хочет закрыть глухарь или повесить убийство на женщину? Я очень хорошо знал вашего отца. И так же, как и вы, хочу найти убийцу. Просто скажите мне честно, если вы не виноваты, зачем вы взяли наградной пистолет отца? Ну, послушайте, если вы нам его вернете, мы проверим маркировку пистолета. Сравним пулю с места преступления. Если маркировки разные, что, скорее всего, так оно и есть. Я забрала его, чтобы выбросить в озеро, там, где вы меня встретили. Хорошо. Теперь давайте по порядку. С самого начала, с момента вашего приезда в город. Тебя что, выпустили? Да, выпустили, Оля. А ты хотел, чтобы было как-то по-другому? Марин. Ты показала видео, которое сняла Варя. Я? Зачем? Зачем ты показала сразу следователю? Почему не пришла ко мне? Ты же все-таки моя сестра и моя семья. Да, хреновая, но семья. Почему ты врала, когда нас опрашивали?
Ты действительно думаешь, что я могла убить папу? Да. Алло, Игорь, привет. А почему отпустили Марину? Ну, потому что, во-первых, ее муж унес залог, а во-вторых, я очень сильно сомневаюсь, что она виновата. А, да? Понятно. А она как-то объяснила, почему забрала пистолет? Да, объяснила. Если бы ты с ней нормально поговорила, она бы тебе объяснила. Вы же ее там запугали все. Надо же, как люди быстро меняются мнения. Когда узнаешь что-то новое, всегда мнение меняется. А ты о чем? Так, просто как факт. Подожди, я не понимаю, ты сейчас о чем говоришь? Все, я не могу сейчас говорить. Давай, пока. Здесь была убитая гостиница. Даже если она убитее, чем в прошлый раз, будем жить там, лучше, чем здесь. Марин, не надо никуда уезжать. Никто не поверил в то, что ты убила папу. И Оля так не думает. Просто... она просто злится, поэтому так говорит. Сейчас и без того столько проблем. Да и Федя за тебя очень переживает. Так что не надо никуда уезжать. Давай, раскладывай сумку, раскладывай вещи, а я пойду. Ну что? Останемся. Ну, отлично. А я в магазин съезжу. Спрошу тетю Валю, может, что нужно из продуктов. Ты что здесь делаешь? Ну, у нас же с Мариной фармакологическая фирма. Вот хожу, рекламирую продукцию. Жену посадили, а ты пока решил бизнесом заняться? Я понял, самое время. Марину уже выпустили. Я внес залог. И на будущее, Павел, давай все-таки я сам буду беспокоиться о своей жене. Окей? Привет. Слушай, а к тебе случайно не заходил? Мужик так городской весь такой, в горчичном пальто. Нет. Пока. Пока. Миша, о. Слушай, а к тебе не заходил мужик в горчичном пальто? Нет. Ань, слушай, мимо тебя не проходил мужик в горчичном пальто? Может, он куда-то заходил, нет? Вроде какой-то заходил к Сергеевичу. Спасибо. Здравствуйте. Ну, привет, Паш. Только что заходил мужчина в горчичном пальто.
Алло. Алло, алло, Марин, извини, что так рано. Выйди срочно на улицу. Это кто? Это Паша. Марин, выйди, пожалуйста, на улицу, за ворота. Зачем? Пожалуйста, это очень важно. Очень. В общем, мне нужно кое-что тебе рассказать. У меня серьезные проблемы. У тебя тоже. В смысле, у меня? Это долго объяснять. Давай хотя бы отъедем. Садись, пожалуйста. Марина, это очень важно. Пожалуйста, садись. Привет. Привет. Можно? Раздевайся, проходи. Да, как и вчера, в принципе. Работаем, ищем убийцу. Может, не показалось, судя по вчерашнему телефонному разговору, ты как будто на меня обиделся. Мне не нравится слово «обиделся», но, в общем-то, да, было обидно. А что случилось? Ты едешь на отдых с Пашей? Нет. А путевки же есть, которые Марина подарила? А это она об этом рассказала? Ну да, она была на допросе и все рассказала. Подожди, Оль, не в этом дело. Ты мне даже не сказала, что такие путевки есть. Ну, да, но ты, например, летом тоже не рассказала, что поедешь в Грузию. Ну. Подожди, это вообще при чем, Оль? Это совсем другое дело. Я ездил один к другу на отдых. Ты о чем вообще? Прости, я забыла про эти путевки. Извини, что не сказала тебе. Мне очень жаль, что ты это услышал от Марины. Понятно. Хорошо. Я думала, что это... Я обычно раздуваю из мухи слона. А ты меня переплюнул. Приятного аппетита. Сейчас все узнаешь. Выходи, Марин. Если будет холодно, у меня плед есть. Выходи. Паш, что, ты серьезно? Ну, конечно, серьезно. А как тебя еще заставить куда-то выехать? Да никак, Паш. Отвези меня домой. Вот,
возьми чай. Возьми, возьми, пожалуйста, возьми. Выпьешь чаю. Я сам его заваривал. Хороший чай травяной. Домой меня вези. Марин, ну, выдыхай. Конечно же, отвезу, не беспокойся. Выпьем чаю, согреемся. Тебе нужно расслабиться. Тебе точно нужно расслабиться после всего этого. Смотри. Помнишь наше место? Как мы писали, Паша, Марина. Помнишь? Ты что делаешь? Ты меня специально злишь? Марин, зачем злиться? Не надо злиться. И так много злости в последнее время. Сейчас я себе чаек еще налью. Кстати, песню помнишь? Это наша песня. Мы слушали ее на моем плеере. Куда ты, Марин? Подожди! Марин, ну почему ты так реагируешь, Марин? Почему я так реагирую? А ты считаешь это нормальным, да? Слушай, Паш, если у тебя там что-то взыграло, ты как-то справься, ладно, со своими чувствами? Я справилась. Я понимаю, я налажала очень сильно, но я буду пытаться, я буду стараться. Понимаешь, то, что наши отношения, я понял, это самое главное. Самое главное, это ты. Муж у меня есть, ты понимаешь? Муж! Муж, муж, опять этот муж. А ты знаешь, что пока ты сидела в изоляторе, он оформлял тебе справку о невменяемости. А, вижу, не знала. Это подход мужа, да? Он хотел тебе помахать рукой. И когда делал это, уверен, что был прав. С ним точно что-то не так. Ты присмотрись к нему. Хватит, а? С тобой что-то так. Ладно, хорошо. Хватит. Пойдем, допьешь чай. Согреемся, отвезу тебя домой. Я думала, ты еще спишь. Ну, как видишь, не сплю. А можно тебе минутку? А это Паша тебя сейчас подвез на скорой? Да. Где вы были? Поговорить отъезжали. Ты специально это делаешь? Делаю специально что? Я в твою семью не пытаюсь влезть. Ты уже влезла. Он все время только о тебе и думает. И тебя постоянно смотрит. Так сделай так, чтобы он смотрел на тебя. Раньше вроде как получалось. Привет. Привет. А ты где была так долго? Телефон оставила. Кирилл, ты оформлял справку о невменяемости? Рассказал уже. Да, оформлял. Зачем? Страховался. Просто если бы дело вдруг, не дай бог, дошло до суда, эта справка многое бы могла решить. А почему ты мне об этом не сказал? Ну, Марин, я не знал, как ты это воспримешь. Учитывая твои срывы в юности и то, что ты сейчас иногда принимаешь успокоительное, мне показалось, тебе эта идея не понравится. Да, она мне не понравилась. Ну, ты прав. Вот. Потому и не сказал. Ладно. Хорошо. Мне бы хотелось, чтобы больше мы ничего друг от друга не скрывали. Хорошо? Конечно, Марин. Тика.
Что мне тебя скрывать, а? Здорово. Наш пистолет был отдан, сейчас совсем без марки. Да, давай, давай. Ну что? Ну что, получается, пистолет наградной совсем не маркирован. Скорее всего, Булат просто заменил ствол в ногань, да и все. Да, и, кстати, насчет трупа можно уже хоронить. Все нормально, все, что мы сделали. Нужно позвонить, сказать. Да-да, я сейчас заеду. Сам поедешь? Да-да, слушай, я подумал, надо бы еще с этим Журиком еще раз поговорить. Но точно должен знать, с кем Булатов чаще всего общался в кабаке. Ну, это ж нужно с ним говорить по-другому, так сказать, по душам. Не, ну ты смотри, не увлекайся. Хорошо, давай. Марин, порежь, пожалуйста, колбасу. Добрый день. Добрый день. Вы извините, что я во время обеда, но я ненадолго. Мы закончили все возможные экспертизы, и вы можете планировать похороны на послезавтра. Хорошо. Оль, там Паша с батюшкой обещала договориться. Да, да, напомню. Во-вторых, мы нашли наган Сергея Леонидовича, который Марина забрала и выбросила. Он вообще не маркирован, поэтому пуля, которую мы нашли на месте преступления, не имеет к нему никакого отношения. Ну, в общем, стреляли из другого пистолета, поэтому мы снимаем подозрение с Марины. И... Да, Марина, можно выйти на минутку? Мне нужна ваша подпись. Да, конечно. Сейчас. Марин, а откуда мы знаем, что ты выбросил пистолет? Я на допросе сказала. Пока тебя не было. До свиданку. Да. Вот здесь что это? Подпись и дата. Кушай. Здоровья. Я, честно говоря, до последнего сомневалась, что правильно сделала, что вам сказала. Нормально, я привык к тому, что люди мне либо слишком доверяют, либо не доверяют абсолютно. Работа такая. Приятно. Спасибо вам, что сообщили всем новость. Это очень важно. Я все понимаю. Приятного аппетита. Да, спасибо. Так, дорезать. До свидания. Приятного аппетита. Подожди меня, я сейчас выйду. Ехать отдыхать с Пашей. Это все Марине на эти подарки. Мы ничего не планировали, поэтому и не говорила. Хорошо. Что значит это хорошо? Ты же говорил, что в этом проблема. Оля! Фух, проблема в том, что мы скрываемся как подростки. А я не подросток, понимаешь? Что тише? Что, тише? Ну вот, то, о чем я и говорю, Оль. Да я жену хочу. Мне надоели все эти интрижки. Ну, я вообще-то рассчитывал на серьезные отношения. Скажи, я вообще правильно делал, что я на них рассчитывал, а? Да, правильно. Ты этого хочешь? Да, конечно. Хорошо, садись, поехали. Куда? Зачем? К Паше, закроем эту тему. Ну, подожди. Ну, сейчас я не готова. Это... Да ты никогда не будешь готова, Оля! Короче, или мы сейчас едем к Паше и общаемся, или заканчиваем это все. Хорошо, едем. Да, едем.
с Иваном Ивановичем. Это вы Варю притоварим, не переживай. Да он просто уже сейчас успокойся. Доверяю, это нормально. Ты так внезапно позвонил? Есть одна новость. Для тебя новость. О ней нужно поговорить. Что за новость? Похороны папы послезавтра. Все следственные экспертизы завершены. Нашли убийцу? Нет. Мы просто можем вернуть тело. Да, и насчет батюшки. Ты обещал договориться, тетя Валя просила напомнить. Да, конечно. Ребят, я думал, у вас что-то страшное. Ладно, пошли, давай, пока. Давай. Оль. Все нормально? Да. Я забыла сумку у Игоря в машине. Сейчас заберу и вернусь. Ага. Игорь! Игорь, послушай. Можешь не объяснять. Хорошо. Надеюсь, больше никаких звонков не будет. Поехали на рыбалку. Вот там и точно. Не подожди. Да что, подожди, дедушка, ты где? Варь! Дедушка, ты где? Варь, что случилось? Федя. Как что? Дедушка приехал. Варь, погоди. Она погоди, машину увидела. Что, погоди? Дедушка приехал. Дедушка! Дедушка, дедушка, ты где? Мама, где дедушка? Варя, пойди сюда. Варя, подожди. Дайди, пожалуйста. Дедушка не приехал. Как это? Его машина приехала, а он нет. Варь, дедушка больше не приедет.
помнишь? Как дедушка Алиса в прошлом году. Вот. Нашего дедушки тоже больше нет. Он умер. Зачем ты такое говоришь? Дедушка не мог умереть. Варя! Варя! Варя, посмотри на меня. Идите ко мне. Варюш, ты куда? Я хочу в свою комнату. Чего так рада? Нужно уехать срочно. Зачем? Куда? Воронина позвонила. Поставщики отказываются продавать по номиналу. Так. А ты куда? Ты куда ты собралась, а? Ты давай отдыхай, отдыхай, не переживай. Мы разберемся во всем. Завтра похороны. Я вообще не хотел тебя убить. Конечно, точно. Давай. Да. Все, давай. Очень-очень давно команда Белгани не показывала таких результатов. Но сегодняшний матч покажет, кто будет вторым участником полуфинала. Да, очень активно начали матч подопечные Белгани. Посмотрим, что смогут. Здорово. Привет. Заходи. Что вы же делаешь? Пистолеты Булатова разобрал. Старичок оказался не ювелир. Вот поправляю. Слышусь. Что-то я переживаю. По поводу? Да по поводу нового. Боюсь, я. Им там он все расскажет. И ночью с Булатовым у нас видел. Не расскажет. Мы его напугали. Хорошо. Да он пацан совсем. У него поднадавят там ментуре, он раскорится. Так что ты предлагаешь? Убрать пацана? Варь, там сейчас все кушать будут. Не хочу кушать. Хочу к дедушке сесть. Нельзя, малышка. Нельзя.
Я очень за ним соскучилась. Понимаю. Но если будешь много думать о нем, он придет к тебе во сне. Я так уже делаю. Правда? Конечно. Только надо хорошенько покушать, чтобы сон был крепкий. Не хочу кушать. Но поем, чтобы увидеть дедушку. Садись, нужно поговорить. Малой! Эй! Да не... Стой! Ты ж раньше не говорил. Я же сказал, я испугался. Я боялся за Варю и Олю. Значит, так давай еще раз. Вы забрали станки и несколько отреставрированных пистолетов с вашей дачи, да? Да. Только не я, не мы, а они. Ну, это понятно. Вы их арестуете? Я знаю, где живет один из них. Адрес напиши. Ребят, собери, будем ехать. Федь, а ты оставайся здесь. Только позвони Оле и тете Вале. Скажи, что остался у друзей, пока не говори правду. Хорошо. А что у меня вода с потолка капает? Ты мне его перешивать будешь. Чако, 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 чако. Жора, уходи! Это ошибка. Ошибка. Смотри, на улицу собрался, раздетый. Ну ты думаешь своей головой или нет?
Упокой, Господи, ныне усопшего раба твоего Сергия, и сотвори ему вечную память. Мне только что позвонили. На выезде из Белых Озер авария. Похоже, там муж Марины Макаровой. А, он как там оказался? В аварию попал. Нужно ей как-то сказать об этом.